Я вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – так, ви правильно здогадались – весна, любов, краса. А хто і що прикрашає наше життя? Звичайно, красиві жінки. І тому ми і запросили сьогодні в гості до нас красивих жінок. Тож, знайомтесь. Наталія Тюріна – косметолог, визажист. Наталья Михайлянц, модель. И Жанна Васильева, консультант по имиджу. Саме ці жінки добре знають, як зробити жінку красивою. Девчонки, здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Весна, любовь, красота, несмотря на то, что еще пока холодно, несмотря на то, что мы пока еще ходим в верхней одежде, но под этой верхней одеждой уже зреет наша красота, которую мы хотим явить миру. Но для того, чтобы эту красоту явить, надо чуть-чуть ее подредактировать. Жанночка, я права? Вы консультант по имиджу. Вы знаете, что мода – это хорошо, но имидж – это, может быть, даже главнее, чем мода, как вы думаете? Да, добрый день. Конечно, имидж очень важен. Но сегодня мне хотелось бы поговорить именно о тенденциях моды, так как наступила весна, и это не может нас не радовать, вы правы. И, естественно, сейчас очень актуальный вопрос встает у каждой женщины, а что же носить? Да, вот что, да, вот скинем мы зимнюю одежду, а что носить? Итак, что же предлагают нам дизайнеры, что самое встречающееся в коллекциях модных показов? И первое направление, которое невозможно не заметить и проигнорировать, это такой камбэк в 90-е, это стиль гранж и панк. Это черный цвет, черные кожаные куртки, куртки-косухи, обилие металлических деталей, множество цепей. Также очень модные, популярные куртки-бомберы. Вы, наверное, все знаете, что это такое. Я не знаю, Жанночка. Знаете? Куртки-бомберы – это такие объемные куртки до пояса с такими вот здесь накладными карманами, которые, опять же, вспомните, очень были модны, популярны в 90-е годы. И плечи, и огромные, да, плечи. Да. Но эти куртки сейчас актуальны из очень таких, казалось бы, неожиданных, нетрадиционных материалов. Это может быть и бархат, и атлас с таким легким блеском. Так вот, очень интересно. Да, остается популярным викторианский стиль. Это всевозможные рюши, воланы, шифон. Вот обратите внимание, девушки, очень вот, модно выглядят. Господа, посмотрите, пожалуйста, наши гости, Наталья Тюрина и Наталья Михайлянц. Вот заметьте, они в тренде, понимаете? Вот, пожалуйста, шифон. Наташенька, у вас очень шифон. С бархатом. Принты. С бархатом. Друзья мои, ну все, все предусмотрено, понимаете? Да, прозрачные материалы. Это то, что относится к викторианскому стилю. Еще один лук такой, очень необычный. И наверняка примут его не все. Это называется, ну как бы это сказать, так, бабушка-девочка. Ух ты, бабушка-девочка. Да, бабушка-девочка. С ума сойти, бабушка-девочка. Этот тренд старушка-воборка. Старушка-воборка. Это тренд дизайнеры подсмотрели в стрит-моде, то есть городская мода на улицах Нью-Йорка. Там очень часто такие вот старушечки, но они на самом деле очень стильно, очень модно одеваются. И вот они, именно они задали тон, задали направление этому тренду. Старушки вот, рулят. Старушки рулят, да. И, кстати, чтобы вы, ну, как бы могли представить, что это такое, вот вспомните, пожалуйста, Людмилу Прокофьевну из всеми нами любимого кинофильма «Служебный роман», да? И вот ее образ, Мымра, да. И вот ее образ, вот этот костюм, да, он сейчас был бы очень моден. И очень Опа. Актуален, да, вот весь этот образ, включая туфли. Единственное, что в него нужно было бы добавить немного цвета, немного яркости. Может быть, назвать этот образ Мымра?
Это бабушка-девочка. А, это бабушка-девочка звучит. Да, звучит. Или, например, вспомните старуху Шипокляк. Вот эта шляпка, жабо, да, вот такой костюмчик. Тоже туфельки такие. Вот это вот такие характерные особенности, черты этого модного образа. Потрясающе. Да, потрясающе. Бабушка-девочка. Да. Следующий тренд – это футуризм. Ух ты. Да, очень много пайеток, очень много зеркал, вот что-то такое. Подождите, зеркала где? На себе? Зеркала, ну, в смысле, как зеркальные детали такие вот. Ну, маленькие. То есть ты обвешиваешься зеркалами. Да. Зеркала маленькие. Маленькие детали. Зеркала. Кто-то глянул, и на него смотрят тысячи его. Да, да. Это потрясающе, конечно. Вот что-то такое вот типа фольги, люрикс. И все это в таких вот цветах именно металла, то есть серебро, золото. Вот такое направление. Также не могут не остаться незамеченным в этом сезоне. Очень часто встречаются оголенные плечи. То есть это очень женственно. И причем могут быть варианты самые различные. Это может быть вот так. Они оголены, может быть, вот так, может быть, вот так вот какие-то вырезы. В общем, вариантов множество. Господа, внимание, внимание, наши гости, понимаете, посмотрите, пожалуйста, с оголенными Наталья Тюрина, с оголенным плечом, очень красиво. С двумя оголенными плечами, господа, заметьте. Извините, Жанночка, что перебиваем, но мы ж по ходу сразу демонстрируем. Очень популярен костюм двойка, но особо модно, если это будет именно пижамный стиль, пижамный крой, также сорочки, ну вот типа ночных сорочек. Пижамный крой – это в полосочку, штанишки? Нет, это именно крой, то есть широкий пиджак, простой, да, без всяких выточек, тут, допустим, какой-то накладной карман, ну, как мужские как пижамки, пижамки, представьте, да, себе, да? Штанишки. Штанишки, да, именно. Да, если ты забыла костюм. Одеть платье, вышла в пижамке, ты, в принципе, в тренде, правда? Не успела. Не совсем, я сейчас уточню, почему. Вот, также сорочки, ну, вот типа ночные сорочки, да, либо там какие-то рубашки пижамного фасона. Но единственная, как бы, особенность, что эти вещи, ну, как бы, для того, чтобы вы не выглядели совсем, как будто вы в пижаме, да, то есть эти вещи должны быть из очень красивых, дорогих тканей, отделаны обязательно декором, то есть это может быть кружево, может быть какие-то воланы, вот, ну, в общем, вот такое направление. И принты интересные. Вот, также сейчас в моде и платье, то есть вот как этот пижамный жакетик, да, мы о нем рассказали, точно так же, то же самое, только чуть ниже по длине, это уже будет платье. Тут такого же пижамного чуть ниже фасона. По длине, Жанночка, вы сказали, то есть короткое уходит? Миди. Миди, да? Сейчас, в этом, да, сезоне будет модно миди. Ну, как бы короткая тоже встречается, естественно. И длинная. Мода разнообразная. Да. Длинная больше в вечерних платьях. А так вот сейчас, как бы, очень модно миди. Господа, посмотрите, как одеты наши гости. Мини, миди и Макси. И под эти вот рубашки, я хочу про них договорить, очень красиво подойдут ботильоны и носочки. Сверху? Нет, под ботильоны. Нет, я имею в виду, чтобы видны были, чтобы были, да, видны, чтобы носочки. Были видны, да. Это такие 30, а-ля 30-е годы, когда, да, ходили, да, туфельки, да, и носочки. Да, можно босоножки и носочки. Сейчас это тоже допускается. Вот. Не сдает позиции такое направление, как эклектика. Что это такое? Это, на первый взгляд, совмещение несовместимого. Вот, например, это может быть такая вот просто белая мужская рубашка, ну, плюс к ней нарядная юбка из бархата, либо из парчи, либо из кружев. Вот. Например, такой вариант, как плотный свитшот, либо та же куртка-бомбер, да, и к ним надевается легкое платье из шифона. Также сочетание фактур, например, кожа и кружево.
Но на самом деле это все очень интересно, как бы есть где разыграться фантазии, но надо учитывать то, что с этим нужно как бы играться так аккуратно, конечно, потому что если вы в чем-то, конечно, не уверены, то лучше в этом случае не рисковать. И лучше, да, лучше одеть простое черное платье одеть, и будешь чувствовать себя хорошо. Да, кстати, сейчас очень модно простые черные платья, но не совсем простые, они называются платья монашки. То есть это глухое черное платье, закрытое, с белым воротничком. Или гимназистки. Или гимназистки. Ну вот как бы фэшн-индустрия, это называется платье монашки. Наверняка вы часто видели в таком платье, ну в таком стиле Викторию Бекхэм. Вот единственное, что это платье для того, чтобы оно не выглядело уж совсем скучным, можно добавить там как-то обыграть аксессуарами какими-то. Так что вот черное платье всегда актуально. И обыграть можно бриллиантовой брошкой. Конечно. Или сапфиром, или изумрудом, друзья мои. Чем хотите. Об украшениях мы тоже поговорим сегодня немножко. Вот. Ну и, конечно, полюбившийся всем стиль нормкор. Это? Нормкор. Это такая как бы мода для тех, кто устал от моды. Основной принцип – не выделяться. Я бы даже сказала, что это не столько направление в моде, сколько философия, то есть образ жизни, да, потому что мы знаем, что в мире кризис, вот, и молодежь принимает такую позицию, что как бы неприлично тратить бешеные деньги на какие-то брендовые вещи. Вот лучше, там, допустим, эти же деньги вкладывать там, в свое развитие, в образование, там, может быть, благотворительность какую-то. Вот именно поэтому вот, среди молодежи очень популярен стиль норм-кор. Какие основные вещи? Да, вот. Это простые, самые простые синие джинсы, зачастую там, потертые какие-то, да. Просто кроссовки, белые носки, может быть, даже кроксы. И простые, самые простые футболки. Вот, как я уже сказала, этот стиль очень популярен среди молодежи, но некоторые люди старшего поколения тоже очень даже норм-кор. Если вспомнить Стива Джобса, вот, в его неизменных синих джинсах, черной водолазке и белых кроссовках, то вот он фактически стал законодателем этого стиля, и он является иконой стиля норм-кор. Это кратко о направлениях, ну, как бы тенденции такие, да, вот что, на что хочется обратить внимание, какие вот модные новинки и на какие вещи появились на подиумах. Хочется отметить такую модную новинку, как широкие, свободные, укороченные брюки чуть ниже колена, которые называются кюлоты. Но единственное, что если вы хотите примерить такие брюки, то невысоким девушкам нужен обязательно под них каблук, потому что они очень сильно съедают бюст. Конечно, я думаю, что невысоким девушкам они просто противопоказаны даже, мне так кажется. Ну, можно поэкспериментировать. Ну, да. Но осторожно, друзья мои, если экспериментируете, то, пожалуйста, все-таки осторожно. Дальше, кожаные брюки. Опять они вошли в моду. Черные кожаные брюки. Вот. Но часто женщины от них отказываются, потому что нет, кажется, мотоциклов. Да, кстати. Потому что им кажется, что они выглядят в них грубовато, как-то по-мужски. Вот. Но на самом деле это не так, потому что если вы оденете кожаные брюки не с какими-то берцами там, или грубыми ботинками, а с изящной обувью, там, туфли на каблуке на высоком, либо босоножки, то это будет смотреться совершенно иначе, но обязательно должен быть подчеркнуто женственный верх. То есть это какая-то, может быть, белая блуза такая, опять же, очень объемная, с воланами, с кружевом. Вот. Если вы все-таки хотите такой создать монохромный образ и к черным брюкам подобрать черный верх, то тогда это могут быть какие-то открытые плечи, ну вот что-то, чтобы было такое подчеркнуто женственное. И тогда этот элемент вашего гардероба будет всегда
вас очень радовать и будет смотреться стильно и модно. Все-таки женщина должна в любой одежде оставаться женщиной, да? Да, 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 конечно. Женочка, бежит у нас время. Мне хотелось бы еще, чтобы мы все-таки успели, чтобы все наши гости проговорили. Я думаю, что телезрители поняли, что модно все, что красиво, в первую очередь. Что красиво, то и модно. Если пижама, то если она красивая, одевайте и идите, ничего страшного. Но под одеждой еще ж есть и тело, а на голове есть лицо. И оно тоже должно быть красивым, да? Конечно. Наталья, вы как специалист по лицу, можно так сказать? Конечно. Вот на голове есть лицо. Нет, подожди, ну да, вот оно наш на голове лицо. Оно должно быть красивым тоже. Ну, мы с приходом весны, мы переодеваемся. И точно так же мы должны переодеть лицо, уход. Да? Уход. А, переодеть уход. Переодеть, конечно же, уход. Ух ты. Мы очень долго ждали весны, первых весенних лучиков. Долго ждали. И мы очень рады, когда становится тепленько. Но мы не должны забывать о том, что первые солнечные лучи самые сильные. Что, вот это сейчас, вот, которое да, светит, это самые сильные лучи? Сильные лучи. Нет листиков на деревьях. Нету. Солнечные лучи отражаются от земли и попадают к нам на лицо. И жарят нас прямо в лицо. Ну и мы приобретаем пигментацию. Что же такое пигментация? Пигментация – это естественный барьер, который защищает от ультрафиолетовых лучей. То есть барьер. При попадании солнца на кожу, кожа сразу выделяет специальные красящие вещества. Это меланин, который защищает от ультрафиолетовых излучений. То есть, если ты становишься пятнистой, не пугайся, нет, да? Ровный загар – это тоже пигмент. Но это немножко Но другой. Если неравномерно распределен меланин, тогда получаются пигментные пятна. И вот после зимы я всегда рекомендую своим клиентам сделать глубокое очищение или же пилинги. Вот пилинги бывают глубокие, ну, зачастую их делают в клиниках под общим наркозом, это очень серьезная процедура. Бывают срединные пилинги, которые выполняют многие косметологи. Ну, тоже не совсем приятная процедура, но очень-очень эффективная. И вот срединные глубокие пилинги, они выполняются в осенне-зимний период, а сейчас они должны быть уже закончены. Но это не значит, что вообще нельзя делать пилинги. То есть есть еще щадящие поверхностные пилинги. Это самые такие вот простые молочные пилинги, лимонная кислота, потом миндальные пилинги. Множество пилингов, которые вам предложит ваш косметолог. Но обязательно надо посоветоваться с косметологом. Потому что, получая пигментацию весной, многие женщины прочитали в интернете, что надо сделать пилинг. Они его сделали, и кожа становится более восприимчивая к свету. Утончается она, да? Она более восприимчивая. И получается обратная реакция. То есть получает клиент больше пигментации, чем она могла бы не получить, если не делала бы этот пилинг. Хотел как лучше, получилось, как всегда. Да. И что же делать? Что же нам делать? Что делать? Прежде всего, надо подобрать правильно дневной крем. В дневной крем обязательно должен быть введен SPF-фактор. Он может быть 6, 15, 20, 30 и даже 50. И это может вам подобрать ваш личный консультант, косметолог, да, консультант по красоте, в зависимости от вашего естественного пигмента. То есть консультант глянет на, ну, он уже знает лицо, да? Да, я вам хочу сказать, что многие женщины борются не только с пигментацией, но и с веснушками. Но на самом деле веснушки – это хорошо. И мужчины, вот я часто с этим сталкиваюсь, когда делаю макияж, да, наношу тональную основу, и веснушки раз – исчезли. Заходит муж и говорит, где же мои любимые веснушки, пририсуйте обратно. Опа. То есть мужчины любят веснушки, это молодость, а вот пигментные пятна – это плохо.
Это старость. Это старость, и пигментное пятно может превратиться в какие-то нехорошие новообразования. То есть все равно надо очищать кожу после лета, после загара, для того, чтобы кожа становилась ровной. И когда весной опять присоединяются солнечные лучи, входят в нашу кожу, тогда меланин равномерно распределяется и не ставит как бы заплатки кожи, не ставит. Так что, пожалуйста, внимательно обратите внимание на ваш уход, на перепрофилирование. Кто еще не приобрел кремы с солнцезащитным фактором, обязательно уже надо их применять. Уже сейчас, да, прямо уже сейчас. Но уход никто не отменял. И в солнечных лучах очень часто смотришь, кожа у многих женщин тусклая, пересохшая, а у других живая, красивая, сияющая. Это те девушки, которые осенью, зимой продолжали ухаживать за собой. И вот мне хочется представить нашу модель Наталью. Она вот такая красивая, да, сияющая кожей, потому что она ухаживает за собой круглогодично. А особенно... Руками мастера. Особый уход мы предлагаем осенью и зимой. Вот что тебе понравилось этой зимой, то, что мы тебе делали? Этой зимой я попробовала срединный пилинг. Он не столь болезненный или неприятен, как глубинный, но делать его должен обязательно только мастер в условиях кабинета. Решает много проблем на самом деле. Там мелкие морщинки, которые начинают появляться, гораздо более глубокие морщины тоже решается проблема. Предупреждает. Предупреждает, конечно. Кожа становится однородной, одинаковым слоем, гладкой, шелковистой. Что еще? Можно отодвинуть проблему такую, которая, наверное, заинтересует всех женщин в определенном возрасте, инъекции красоты. На самом деле пилингами ее можно очень хорошо отодвинуть наперед, на будущее. На несколько лет. На несколько лет. То есть они пилинги даже и омолаживают кожу. Ну, конечно. И... регенерация происходит, да, клетки. Да. То есть регенерация, и в результате регенерации убирается множество проблем. Угу. Как это все, девочки, серьезно? Если честно, даже и не думала, что это так. Нет, это серьезно. Очень серьезно. И многие считают, что я купил пилинг и сделал в домашних условиях. Вот я была несколько дней назад на обучении, и нас предупреждают, что следите за тем, чтобы ваши клиенты не делали сами эту процедуру, потому что можно себе навредить. Ой, ни в коем случае, друзья мои. Главное, чтобы мы не вредили себе, понимаете? Потому что и так кругом сплошной вред. Еще и мы себе будем вредить? Нет, дудки. Себе мы вредить не будем. Вот как вы обратили внимание, у нас сегодня разговор о красоте, о моде. И это очень важно. И такие сидят красивые девушки в нашей студии. А еще, я думаю, друзья мои, вы обратили внимание... На вот посмотрите, пожалуйста, какие красивые шляпочки лежат на столе. Да. И эти шляпочки принадлежат рукам наших николаевских мастеров. Да, Жанночка? Да, обратите внимание на этот фейерверк. Это не просто декорация для стола, а это такие вот уникальные шляпки, которые создала наша очень близкая подруга. Очень талантливая девушка Амельчук Марина. Вот. И, девчонки, слушайте, давайте, примерим прямо в кадре. Прямой эфир. Вы знаете, а давайте вот примерим шляпочки прямо. Сейчас. Главное, чтобы... Ой, слушайте, вообще. Да. И чувствуешь себя... Королева. Обратите внимание на нас. Да, понятно, что, скорее всего, каждый день наши женщины в такой шляпке ходить не будут по улице, да, но в качестве украшения для каких-то тусовок таких, а для каких-то особых случаев, каких-то фотосессий, да, можно эти шляпки смело примерять, и я вас уверяю, что 100% вы не останетесь незамеченной. Жанночка, ну что интересно, вот это даже не шляпочки, а это как такое вот украшение, которое придает шарм и изысканность, и дополняет образ. Но, вот, вы знаете, вот я смотрю,
Ну, очень мило, правда, телезрители? Очень мило. Но с другой стороны, представляете, вот я прихожу на работу в такой шляпочке, ну, скажут, ну, как-то могут покоситься, с одной стороны. А с другой стороны, это так красиво. А если все придут, никто не скажет. Точно, точно, Наталья. Жанночка, вот вы советуете как? Поэтому я советую такие шляпки надевать только для особых случаев. Это могут быть, я уже сказала, это могут быть какие-то вечеринки особые, возможно, тематические какие-то вечеринки. Вот, либо фотосессии, да, у вас будут такие вот яркие запоминающиеся фотографии. Вот, может быть, это какие-то мероприятия там особо торжественные, там, где будет, ну, возможно, там не очень большой круг людей. Ну, в общем, вот для таких мероприятия эти шляпки можно смело использовать. Но они называются все-таки шляпки, да? Да. Это не обруч, не украшение, а это именно шляпки. Да. Дело в том, что женщина, она всегда истори, всегда очень важно было для женщины, важен был головной убор. И как-то одно время от головного убора отказались, и как-то, мне кажется, что наши женщины что-то утратили, что-то правда? Потеряли, да. Что-то потеряли, потому что, друзья мои, ну, посмотрите на наших, вот на наших гостей. Наташенька, хорошая, ну, оденьте. Альтернатива платков. Да, да, платков, оденьте, пожалуйста, вы такая, посмотрите, друзья мои, ну, это же просто райский сад. Райские птички. Да, и райские птицы, которые залетели к нам в студию, и которые украшают. И поэтому я думаю, что не нужно бояться одевать шляпочек, и не нужно бояться экспериментировать. Конечно. Но для этого нужно быть все-таки в какой-то мере и смелым человеком. Жанна, у нас есть буквально минута, рецепт смелости, потому что, понимаете, ну не всегда женщина может, вот она хочет быть красивой, но она боится. Боится быть модной. Все у нас в голове. Да, совершенно верно. Все у нас в голове. Рецепт смелости. Ну, наверное, для того, чтобы быть смелой, женщине нужно быть в первую очередь уверенной в себе. Да? Это вы можете воспользоваться теми советами, которые вы сегодня услышали. Ну, мы говорили и о весенней уходе за лицом, да, и о трендах в моде. Но я хочу в завершение сказать, что тренды, которые не меняются никогда, которые в моде всегда, всю жизнь, это здоровый образ жизни, правильное питание, физические нагрузки, занятия спортом, хорошее настроение и улыбка на вашем лице. Да. Любите себя. Да, точно. Не забывайте одевать улыбку каждое утро. Да, Наташа, вы хорошо сказали, одевать улыбку. И еще, Наташа, ваше заключительное слово. Что еще, чтобы не забывали никогда? Не забывать никогда ухаживать за собой. И что бы ни случилось, как бы вы ни устали, вы приходите вечером домой, обязательно необходимо снять макияж и ложиться спать уже без макияжа. Это во-первых. И во-вторых, два раза в неделю ухаживать за собой, делать масочки, делать себе приятное, посещать кабинеты косметологов, то есть любить себя и вкладывать деньги в себя. Да, в себя, и тогда и все это будет, да, все старится и отплатится, дорогие наши телезрители. И еще я хочу вам напомнить, что у нас сегодня в студии были замечательные и красивые гости. Наталья Тюрина, косметолог-визажист, Наталья Михайлянц, модель, и Жанна Васильева, консультант по имиджу. Я думаю, что вы недаром провели с нами это эфирное время. Но еще, друзья мои, помните, что все-таки идет Великий пост. Это время особой, углубленной внутренней работы над собой. Отвержемся дел тьмы и облечемся оружием света. Це була розмова на тему. На все добре.